Ты арестован, Шредер. Так, мне нужна пушка. Ого! Офигеть! Вырубил моего напарника! Бля. На! Ну давай! Тебя крыса одолела, я тебя уж точно одолею. Шредер, бля. Эй, всем привет! Вы на канале NBIC VR, и мы здесь продолжаем La Noir, игрушечка от Rockstar Games, вторая серия. Мы вот с моим напарником идеальным, крутым, ждем расследовать дело. Пошли! Нам нужен номер квартиры Шредера. Какого Шредера? Это же вроде La Noir, а не Черепашки Ниндзя. Осмотрите почтовый ящик, чтобы знать номер квартиры подозреваемого. Квартира номер 2. О, Шредер. Ну пошли, это квартира номер 1. Мы такие вот деловые полицейские. Нет, тут милиция. Или как они? Господа копы? Как их тут называют? Шерифы? Опа. Мне нужен ствол. Где мой ствол? Тоже сойдет. Если что, его карандашом, как Джон Уик, закандош. Прикол. What do you guys want? I'm Officer Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Шредер, бля, убивает скутеры. Вы что, спятили? Скутер? Он же мой работник. А эта пушка здесь вообще. Черт побери. Что происходит? Ты арестован, Шредер. Так, мне нужна пушка. Ого! Офигеть! Вырубил моего напарника! Бля! Говню! А, на! О, блоки ставь, давай, бокс, как учили. На! Ну, давай! Тебя крыса одолела, я тебя уж точно одолею. Шредер, бля. Бля, у него кровь сырит из носа, бля. На! Опа! Я что-то задел? Блин! Я задел штору свою. Давай, иди сюда еще. Ага, давай. Че, ты выдохся уже, блядь? Вот то-то же. Мое почтение, блядь. Ralph, you all right? Ральф, ты в порядке? Обыскать квартиру Шредера. Все нормально, я даже ничего не почувствовал. Парню повезло, он застал меня врасплох. Да лошара ты, педальная, понял? Еще раз так лоханешься, блядь. Я тебя вот этой ложкой... Я не могу ходить. Подожди, не понял. Если я что-то беру, я ходить не могу? Прикол. Ладно. Ну мы, короче, как всегда, будем мусорить. Это моя шляпа. На место. Что это? Протяните другую руку, пока обложки держите курок. Опа. Чтобы продолжить, перелистните страницу. Арти Розенберг, Сомерс, Фрэнк Грир, Клейтон, Тед. Ага, Росси. Отлично, ну мы вроде все обыскали. Пошли дальше. Ну в смысле? Ну все. Блокнот Шредера, список имен и серии цифр. В книжечке есть имя Флойда Ройза. А, все, типа он все до конца прочитал, поняли, да? Я читать, короче, я не буду, потому что я нифига не успеваю. Точнее, можно успевать, но тараторить не очень. В принципе, вы видите, я лучше буду геймплеем заниматься. Че, не понял, мы нашли номер телефона и все? Я хотел еще на кухню чем пожрать, там, бутерброд. Целый день на службе все-таки, как-никак. Чтобы спросить совета у напарника, посмотрите на него. Он, как... У каждого копа бывает особое дело, который дает возможность блеснуть, стать звездой своего дела. Это опять мой напарник. Фига мир какой нарисовали. Блять, ну-ка... LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid. Мы вызвали скорую полицию. Ну такс. Так, либо проходите мимо, либо отойдите назад. Забирайтесь только быстро. Hey, Cole,
А, это вот так. Быстро ты добрался. Мой маршрут пересекает 7-ю стрит. А ты быстренько все осмотри, пока не прибыли эти уродцы и задел убийство. Я скоро вернусь. Обыскать место преступления. Магазин обуви Нан Буш. Обыскать место преступления. Так, возьмите за труп при помощи кнопки захват, переверните его. Так, красавчик. Возьмитесь за лацкан при помощи кнопки захвата, приподнимите пиджак. Ага. О, опачки. Это что, взяточки? При исполнении мне? Ты как посмел? Чтобы открыть конверт, зажмите курок, свободной рукой протяните вверх. Опа. Удерживайте курок и переместите контроль вниз для тщательного осмотра. А, удерживайте. Так, банк Аркадий Ойстлейк. Имена. Браут, пятый товар, Сергей с жемчугой. Жемчугом. Цена 52,50 доллара. Налог всего 52,50. Дата, номер, квитанция, сумма, баланс, получатель. Так, ну мы ждем, пока он все прочитает. Вот это дебильная, конечно, фигня. Квитанция заказа Сергея Жемчугом, получатель банк Аркадий. Квитанция. Дальше. Опа. Все? Хватит лутать? Идея есть. Кол, мы задержим свидетелей, пока ты не освободишься. Подсветите персонажа, жмите кнопку X, чтобы начать разговор. Блядь, так бы сразу. Зер, я патрульный Фелпс, что именно вы видели? Я услышал выстрел. Решил, что у кого-то выхлопная труба лопнула. А потом увидел, как в губной магазин вбежала девушка. Хочешь осмотреться? Ладно. Допросите очевидца, свидетель. Забежала девушка, отлично. Опа, очки. Здравствуйте, женщина. Фига у них. Просто нарисовано. Смотри, как прикольно. Как-то странно. Да ладно, ты не ссы. Нормально. Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Вы знали убитого? He was my boss. Он был моим боссом. Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Гайета. Офигеть. Кловис. Гайета, блядь. И села так деловая, блядь. Используйте блокнот, чтобы задать вопросы. Wait! Постойте, это не все, я еще не все вам рассказал. А что ты орешь-то, блядь? Так. Так, ну давай я записываю. Ну давай, рассказывай. Используйте блокнот, чтобы задавать вопросы в данный момент. Вы держите блокнот в руке. При помощи карандаша выпишите зацепку, чтобы задать, а не вопрос собеседнику. Подожди, я нашел улику. Гильзы, похоже, калибр 32. Серьги надо поискать. Мы вот здесь вот не были. О, мусорка, смотри. Чего мы ждем? Ствол. Ствол выкинули, братан. Я, блядь, ищу его. Дальше что делать? Лови ствол. Дальше что делать? FN Browning, serial number 01138. Возможно, придется проверить в магазине оружие. У нас есть орудие убийства? Но у нас нет убийцы. Девушка все видела, но говорить отказывается. Мы могли бы заняться пушкой. Оружейный магазин Иглсон всего в паре кварталов отсюда. Но стоит... цепи место. О, у меня кольцо.
Эй, давай, цепляй место. Че ты здесь не работаешь? Так. Осмотреть оружейный магазин Иглсона. А где у нас оружейный магазин Иглсона? Подожди. А, так это же типа, блин, свободный мир, да, по сути, в паре кварталов. Места, пожалуйста. Выбрать место. Садись в тачку, братан. Ща поедем кататься. И давай быстрее, напарник, а? Ща кататься поедем. Газуй! Пофиг. Все назад. Полиция, что, не видно, что ли? Ты что, вышел, блядь? Где? Полетели в паре кварталов отсюда. Уху, вот это веселушки. Блин, мне нравится тут на тачках кататься. Они вообще четко сделали это. Бля, так это же ручник. У-ху-ху-ху. Приколы, бля. Охренеть, как все. Да отодвиньте, я сказал. Так, это кнопка. Это что такое? С мигалками едем, чувак. Да лучше пристегнись. Приехали. Ты где? Напарник. Погнали. Мое почтение. Офицер Фелпс и Дон. Патрульный Фелпс и Дон. Нам нужно проверить серийный номер. Без проблем. Марка модель. Вообще вот этот. Не может быть. Нет, я его не продавал. В Европе он очень популярен, но здесь их редко встретишь. Хотя пару недель назад у меня был один такой. Владельца не помните? Не помню. Его звали Каллоу Эдвард. Пушка выглядела так, словно из нее ни разу не стреляет. Но все равно попросил. You know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Спасибо за помощь. Блин, мне бы пушечку. Бесплатно. Don't know what else I can tell you, officer. Gun wasn't one of mine. Пушка не его, значит. Бля, он уже сидит, смотри, он пончики точит, блядь, а я тут иду, значит, а он уже сидит. Как он посмел вообще быстрее меня сесть? Ты как посмел вообще? Выбрать место. В смысле доехать? Мы сейчас... Иу! Погнали! Уху! Кайф! Сейчас бочком навалим. На! Удачно! Блин, ну нужен руль для этой игры. Вот здесь можно было погонять, вообще прикольно, мне нравится. Бля, красота какая. Бля, что тут стоим, ребята? Видите мигалки, надо разъезжаться. Отошел. Пристегнись лучше, да. Впереди остановись. Тыщ, припарковались. Давай быстрее. Блин, как красиво, как графа. Красиво. Все, погнали. Эй, братышка, мое почтение. Эх, как у вас? Дела. Officer Cole Phelps. Патрульный Кол Фелпс. Вы Эдгар Калу? Нет, мистер Кол, в заднем комнате. Он сказал, что ему нужно прилечь. Ага, в середине рабочего дня прилечь. Не надо его вызывать. Мы сами зайдем. Вот гад, впереди Кол. Опа, дверь выбили. Ага.
Куда? Отлично, блядь, драки. Ты что, больной ублюдок? Ну давай, подходи. Опа! Ага, еще бей. Давай, мне бабушка сильнее бьет. На. Опа! Промазал. В блок уходи. В подыхлоте. Ты ударил полицейского? Блин, прикольные вот эти бои, на самом деле. Прям круче, чем бокс, блядь. Отвечаю, тут все в одном флаконе. Ты же все-таки Rockstar Games делала. Опа, поймал, отбил. Блин, какой-то живучий. Ну, не настолько. Фух, вы можете поставить задачу. Эдвард Каллу, вы арестованы за убийство Эдварда Эверетта Гейджа. Он еще обманул, такой, нет, я не Коул. Как красиво, там пальмы такие были. Это я понимаю. Режим движения в сторону взгляда, и так далее, и тому подобное. О! Фух. От кары божьей не уйдешь, сынок. Я слышал, ты поймал злоумышленника с вчерашней перестрелки. Yes, sir. Так точно, сэр, разрешите построить, сэр. Ну, сынок, так говорят, человек инициативный. Хотя бы не хотелось обрушить на голову этого злодея и карающий меч правосудия? Сэр, вы простите меня допустить подозреваемого? Именно так, юный Фелпс. Блин, какие они все красивые. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell. Почему-то у него зубы как-то провалены. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Откусишь мне пальчик? Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things. Обвинительный приговор складывается из множества что-то там. Тебе нужен мотив. Opportunity. О. Hard evidence. Здравствуйте. Чё ты уходишь кругами? Я надавлю на него так, что он лопнет. Погнали. Fine, sir. Хорошо, сэр. Very good. The evidence is overwhelming. Он пьет, смотрю, тоже хочу пить. Все, давай, я готов. Принеси мне признание, юный Фелпс. Это твой шанс, не подведи меня. Да мы ему сейчас нокаутируем. О! В смысле, он курит и пьет? Адвокат уже прибыл, хочешь не покурить? Мистер Кал, адвокат вам не поможет. Вы хладнокровно застрелили человека, ему придет за это ответить. Бля, я думаю, сигарет. Так, перестрелка. Давайте поговорим об убийстве. Вы отрицаете, что застрелили Эверетта Гейджа. Внимательно следите за подозреваемым, когда они дают показания. Я бизнесмен, заведую ювелирным магазином, понять не имею, о чем говорить. Уверен, мой адвокат все уладит. Выберите тактику в день допроса, чтобы подвести выбор. Нет, я буду сейчас плохим копом. Сукин сын, ты застрелил человека, из-за которого стой, из-за какой-то ерунды, и теперь думаешь, что я тебя пожалею? Ага, давайте, давите на меня. Сучара, продолжать в том же духе, мой адвокат подаст на вас жалобу. Я больше ничего не скажу, ни слова. Если хочешь еще покривляться, давай, я тебя останавливать не буду. Все? Серьезно? Это что такое? Ну конечно, я вернусь, а нахера я пришел? Приколы. Вот это приколы. Адвокат уже прибыл, я хочу с ним поговорить. Серьезно? А, все заново, типа, понял? Плохим копом тут не получится. Понял? Заново получается. Давайте поговорим об убийстве. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. А, ты закончил? Ага. Обвинить. Ну, хороший коп. Давайте хороший коп. Ну же, мистер Кэлл, облегчите себе жизнь. Сбросьте камень с души. You think I'm stupid? Надеюсь, меня расположить к себе, заставив мне признаться. Ты говнюк, блядь! Опять все заново. Надо обвинить его, я понял. Больше ошибки не будет. Я ничего не понимаю. Обвинить тогда в чем? Я вот этого что-то прикола не понял.
Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Да опять. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Обвинить. You deny owning a Browning pistol. Serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary. Я понял, типа, обвинить, это значит не тупо сказать, что ты виновен, а по фактам ему раскидывать. Так, подожди, что он сказал, я пропустил. Начнем с Гильз. Gage was an asshole, but his death wasn't down to me. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. Сука, я не понимаю. Отдай мне сигарету, блядь. You disappoint me, Коул Фелпс, ты меня разочаровал. Да ты серьезно? Да долбанное дело. Сейчас разберусь. Все, не кричи, блядь. Сейчас разберемся. Там уже серия затягивается. Бля, мы его можем пытать. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. You deny owning a Browning pistol. Ну вот я тебя обвиняю. У тебя есть Браун, серийный номер 01. Да, у меня был пистолет. Там пару лет назад его украли. Две недели назад же ты же купил его. You can't prove I used my gun on Gage. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the nebbishes will recall when it suits them. Let's change the subject. Наконец-то мы продвинулись вперед по этому делу. Fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject. Какая чертов гой? Давай сменим тему. Может, поговорим о бейсболе? You're not denying you're Jew, Mr. Kalu. Ты действительно еврей. This is America. It's not Germany. Это не нацистская Германия. Здесь быть евреем не преступление. Некоторые люди не любят евреев, мистер Калу. Ага, и ты один из них. Гейдж ненавидел евреев, так? Не понимаю, о чем ты говоришь. Йоу. Вот так. Слушай, ну если буду хороший... Блядь. Хороший коп. Гейдж был еврей-хейтер. Get it off your chest. Gage and his kind are pathetic. О, да-да, мы в нём доверили. I just gotta keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Сука, ты меня бесишь. Почему меня каждый раз заставляют заново всё начинать? Вот это тупо, я считаю. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. Короче, надо выбрать... Can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead. Значит, мы кидаем по фактам. You're going to have to pay for that. Вот, по-быстрому, перестрелка. Let's talk about the shooting. Давайте поговорим об убийстве. Вы отрицаете, что стреляли Эверетта Гейджа. I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. У него ювелирка. Так, допустим, он бизнесмен, и у него ювелирка. Мы ему кидаем по фактам. You deny owning a Browning pistol. Пистолет. Serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Смотри, а у него в кармане была эта фигня. Вот, давай сначала начнем. And bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you were. Is that so? Правда, удивительно, что вот он получается, он новая улика, религиозный мотив. Let's change the subject. Давайте вы сменим тему, мистер Калу. Вы поститесь во имя... Ага, чертов гой, давай сменим тему. Может, поговорим о бейсболе? То есть вы действительно евреи, мистер Калу? This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about.
It's amazing what the Nebuchadnezzar will call when it suits them. Mm-hmm. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker! How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher? You and that stump Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first degree murder of Everett Gage. Серьёзно? Надо было плохим копом встать. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Вот так-то тебе, падла, блядь. А то я уже... Чё? Вот так вот беда. Да вот мы... О, прекрасная работа, Фелпс. Ты же просто патрульный, да, сынок? Я отличный коп. С какой там попытки? Шестой, неважно, с первой. Then let me have a word with the chief of police, young Phelps. The department needs hearing. Замолви, пожалуйста, словечко. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man. Нам реально стол, смотри, вон он сидит. Смотри, какая прогрузка лютая. Прикольно. Ну что ж, сынок, продолжай нести службу. Я дам тебе один совет. Купи два костюма и погладь их. Они тебе понадобятся. Эй, от души. Угу. Так, ну, я думаю, пора заканчивать. Серия затягивается. В принципе, мы дело расследовали. Миссию выполнили. Калибровка высоты зачем-то нам дана. А, мы выполнили вооруженного чемпа с машин «Другая война». Вооруженный очень опасен. В отражении покупатели. Будь осторожен, машина консула. Смерть в шелковых чулках. Другая война. Подожди, мы прошли про... Ой, вооруженный очень опасен. Подожди, если вооруженный очень опасен. Это же было. Сейчас, подожди, надо выйти в меню. Чтобы спросить советов. Подожди, подожди. Это мы были здесь. We'll take that. It's only a couple blocks from here. Было, было, ты чё, не-не-не. Выход? Да. Выйти, выйти, нет, не то, вооружённый опасен. Нифига, это мы столько прошли. Подожди, коридор. Оу, это же я. Оу, это же я. Оу, привет. Это же я. Оу. Ч-ч-ч-ч. Погнали. Угу. Хорошо. Оперативный центр, аллея. Для Нойер. Тут все так на расслабончике. О, тут боксерская груша. О, фоу, 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 фоу. Отлично. О, Форд, я хочу покататься. Так, получается здесь просто чилл, да? А, это все, конец, это типа, блин, ну не говори, что мы всю игру прошли. Выход, аллея, не-не-не. Тут еще должны быть миссии, ты че? Не может этого быть. Кто-то разыскивается.
Ну, машина консула, подожди, давай посмотрим. Во. Короче, значит, продолжение есть. Отлично. Ой. Продолжение есть, поэтому на этом мы закончим. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ниже ссылочку, описание в паблике ВКонтакте, там все VR. Все, ребятушки, всем пока. Стенка попрощался. 52 минуты.